Я вам могу сказать, что нам грозит. Ну, так вот, не пугая, не запугивая, не создавая какой-то паники. Нам грозит все, что угодно. Вот нам грозит 30 заболеваний, которые распространяются крысами. Потому что с введением тех или иных новых законов, вот там Невский оператор, взяли все это, передали одному оператору и загадили город мусором. В результате у нас было 5 крыс на одного человека норма, а было 12 в 2019 году, а сейчас Роспотребнадзор говорит, что неизмеримо выросло количество этих крыс, не говорят сколько. Если это выросло, значит, все эти заболевания, все эти тулеремии, псевдотуберкулезы, все, что они распространяют, вплоть до чумы, у нас может вспыхнуть. Мы, народ, мы хотим, чтобы нам говорили правду. А нам говорят, количество осложнений – это секрет. Состав – это коммерческая тайна. Да что ж такое? Я ребенка своего должен отдать под эту коммерческую тайну. Ребята, ну вы меня за кого держите? Я же не совсем без мозгов. Добрый день всем. В гостях Александр Алексеевич Редько, доктор медицинских наук, профессор Санкт-Петербург. Здесь Москва. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте, зрители. Александр Алексеевич, ну, у меня два вопроса. Один, наверное, относительно короткий. Это вопрос о том, грозит ли нам новый смерч. Все-таки он из повестки дня не сходит. Российский разработчик, компания «Совелмаш», выводит на рынок собственную технологию проектирования инновационных электродвигателей высших классов энергоэффективности ИЕ-3 и ИЕ-4, получившую наименование «Славянка». На сегодняшний день было выдано более 20 патентов. Получена государственная аттестация на собственную лабораторию и резидентство в особой экономической зоне «Технополис Москва». На выделенной правительством территории завершается строительство здания проектно-конструкторского технологического бюро «Совелмаш». По приглашению Министерства обороны Российской Федерации, «Совелмаш» приняла участие в форуме «Армия-2022». ПКТБ будет введено в эксплуатацию в квартале 2023 года. Возможности дешево купить доли в проекте после завершения финансирования уже не будет. После преобразования в АО купленные вами доли будут обменены на акции компании «Совелмаш». Стать совладельцем «Совелмаш», купив доли от 500 до 500 тысяч долларов, вы можете после прохождения регистрации в личном кабинете по ссылке в описании к ролику. Ведется статистика, и это все-таки нам не просто напоминает о событиях не столь уж далекого прошлого, но и одновременно служит неким предупреждением, что, по-видимому, сбрасывать его со счетов нельзя. Вы знаете, мне очень сложно говорить на эту тему, поскольку я не эпидемиолог, не вирусолог. Ну, правда, у меня там кандидатская диссертация была по иммунологии, чего-то я в этом немножко понимаю. Значит, но по сути своей мы не должны с вами вдаваться в эти подробности, вот эти нюансы специальные. Мы должны просто помочь людям разбираться в их житейских ситуациях, в которые они попадают в связи с теми или иными там эпидемиями или какими-то вспышками или какими-то ситуациями в здравоохранении или в организации здравоохранения. Вот здесь надо просто включать голову и логически, размышляя, пытаться выплывать из мутной воды на чистые струи. Я считаю, что то, что произошло в 2020-2021 году, очень сильно подорвало веру в порядочность, добросовестность, нравственность нашей власти, потому что они пошли как настоящие компрадоры за указками Всемирной организации здравоохранения, которая живет и работает на частные деньги тех или иных магнатов, сильно запятнавших себя, не продемонстрировавших ничего гуманного и имеющих кучу претензий от различных народов, с которыми они так или иначе связывались. Поэтому здесь изначально посыл советов оттуда, мне кажется, надо делить на два, на три или вообще пересматривать, а может даже и делать наоборот. Вот нам говорят так, а надо делать наоборот.
Чтобы разобраться во всех этих вопросах, мы должны сейчас провести анализ. Такой анализ ни одно сообщество не проводило. Но мы занимаемся в меру сил, как говорится, испорченности этими вещами. Но судьи кто? Ну вот я хирург, скажем, там Иванов, патофизиолог, там мы изучаем немножко другую сферу, но даже тех знаний, общих, фундаментальных знаний, которые нам дали в институте, нам достаточно для того, чтобы понять, что мы куда-то идем не туда. Вот Всемирная организация здравоохранения разоткровенничалась тут недавно и опубликовала ну, такую цифру довольно страшную, что сверхсмертность в мире в 2021 году 14,5, 14,9 миллиона человек. Что такое сверхсмертность или избыточная смертность? Это значит вот на 14, на 15 почти миллионов человек умерло больше в 2021 году, чем в 2020. Ну и мы думаем, вот что же такое произошло? Вот что произошло в 2021 году? Да, чем понятно. Отличается этот год от 2020 года? Вот мы не знаем, чем там нас кололи, что нам делали, каким образом организовывали службу здравоохранения, что от обычных, привычных нам уже заболеваний, сердечно-сосудистых, онкологических и всяких других, мы стали умирать в 3 раза чаще, чем от вирусных заболеваний. В 3 раза. То есть, первое, нам нарушили привычный ход оказания медицинской помощи, изменили профиль медицинских учреждений, сократили их мощность по всем направлениям, кроме одного, где увеличили. А там, где увеличили, у нас, как вот заявил Проценко, 70% от внутрибольничных инфекций умирает. Вот. То есть нарушено было все. Давайте разберемся, кто виноват, кто сделал эти нарушения, кто попрал все наши законы, принципы, основы здравоохранения разрушил. Кто это сделал? И давайте мы их накажем. Давайте мы их уберем от процедуры принятия ответственных стратегических решений. Тем не менее, мы видим, что опять нам говорят, вот мы будем сейчас 6-12 лет, ребятишечек, тыкать иголками. Нам говорят о том, что вот у нас тут корь грозит, там еще что-то. Я вам могу сказать, что нам грозит. Ну так вот, не пугая, не запугивая, не создавая какой-то паники. Нам грозит все, что угодно. Вот нам грозит 30 заболеваний, которые распространяются крысами. Потому что с введением тех или иных новых законов, вот там Невский оператор, взяли все это, передали одному оператору и загадили город мусором. В результате у нас было 5000, вернее, 5 крыс на одного человека норма, а было 12 в 2019 году, а сейчас Роспотребнадзор говорит, что неизмеримо выросло количество этих крыс, не говорят сколько. Если это выросло, значит, все эти заболевания, все эти тулеремии, псевдотуберкулезы, все, что они распространяют, вплоть до чумы, у нас могут вспыхнуть. Но это ненормально. Мы чего-то об этом не говорим. Мы не занимаемся наведением порядка в этом, казалось бы, исконно вот таком специальном вопросе, которым заниматься должен Роспотребнадзор. Это его тема. И подшефных ему дистанций, дисслужб и всевозможных других организаций, которые должны заниматься дератизациями и всякими другими процедурами. Никто этого не делает, никто никакой тревоги не бьет, все тихо, спокойно, пока что-то не произойдет. Вот тогда забегаем, зашумим, и бедный народ начнем, значит, изолировать опять и прятать, чтобы их никто не укусил в подворотне. Вот сейчас решают вопрос по поводу кори. Ну, я бы не хотел, чтобы опять меня кто-то обзывал, чтобы кто-то там начинал говорить, что вот антиваксер, там против прививок и так далее. Нет, не против. Я не против нормальных, правильных,
проверенных. 5, 9 лет, 10 лет проверено, пожалуйста, работай, давайте. Но нам же подсовывают что-то все время не то. И нам меняют наши представления. Раньше, помните, земские врачи, как где-то кто-то корью или ветрянкой заболел, сразу туда детишек стаскивали с тем, чтобы они друг от друга позаразили, в детском возрасте перенесли без осложнений, и потом на всю жизнь стойкий иммунитет. А вакцинальный иммунитет сколько? 6 лет. Значит, если мы вакцинируем, мы убираем у человека его естественный иммунитет, и потом каждые 6 лет надо будет его колоть от этой кори. Уже идет вакцинация по полной программе и детей, и взрослых. Да, уже она идет. И вот дальше, если ты кольнулся, дальше ты уже привязан к этой теме. А. Потому что у естественного нет иммунитета, есть только искусственный. Зачем нас хотят перевести на вот эту постоянную зависимость? Вопрос. Это же многие десятки различных инфекций, от которых мы должны страдать. А самое главное, вы знаете, вот меня лично что смущает. Я, кстати говоря, живой свидетель того, что действительно в годы нашей молодости родители действительно нас отправляли в школу, как только начиналась какая-нибудь ветрянка или корь или что-то в этом роде. И считалось, что это правильно, да, заболеть, переболеть и все, и дальше забыть. А меня больше всего смущает, знаете, опять вот эта вот тень на плетень. Это, так сказать, прозрачности никакой. Что-то происходит, знаете, какой-то Версальский заговор. Тишина полнейшая. Средства массовой информации там какими-то догадками только перепасовываются, как в бадминтон играют. А вот профессиональная среда молчит. То есть какой-то действительно понятной, разумной речи мы не слышим. Вот это лично меня, вот я говорю сейчас в данном случае как обыватель, ни в коем случае не как эксперт, меня это вот больше всего, кстати говоря, и напрягает. Вот всегда вот эта таинственность, которая набрасывается на этот вопрос, она страшнее самой болезни. Вы понимаете, я не могу сказать, что у нас в этих ампулках сейчас. Вот самая большая, так скажем, проблема. Как выяснить, что там есть? Потому что, учитывая вот эту какую-то патологическую страсть распространять все в миллиардных дозах, этих количествах, тиражах, мне кажется, что они там могут делать все, что угодно. Все, что угодно. И ведь такой секрет не сделать, не исследовать, не показать, не разрешить. Создайте его независимую компанию. Дайте туда десяток этих ампул. Пусть ребята посмотрят под электронным микроскопом, разберутся. Значит, независимые. Ну вот вы считаете, что мы какие-то враги, противники и так далее. Ну убедите нас, что все не так, все здорово. Соберите десяток ученых, которые, в общем-то, не дум-дум, а чего-то понимают. Соберите их и скажите: ребята, вот вы тут подняли шум и хай какой-то в интернете. Вот, пожалуйста, вам ампулки. Давайте мы вместе с вами посмотрим под электронным микроскопом. Есть там графен, нет там графена. Есть там какие-то инородные включения, нет инородных включений. Давайте сделаем, значит, посмотрим на спектрометре, там, на анализаторах, на всех, все, что у нас есть. Посмотрим, и мы же честно скажем: ребят, все класс, нормально, не бойтесь, можно. Вот товарищ Гинзбург прав, там все хорошо, все здорово, не бойтесь, все классно. И даже там этого human embryonic kidney нет, вот этого хека пресловутого из детишек абортированных. Ничего там нет, все здорово, все вам наврали, все, мы подтвердим. Но ведь никто этого не делает, никто не создает независимого аналитическую какую-то группу. Чего вы прячете? Ведь мы сегодня, вот у нас тут скоро конференция будет про правду в Москве, значит, мы же, самое главное, мы хотим, вот мы, народ, мы хотим, чтобы нам говорили правду. А нам говорят, количество осложнений – это секрет. Состав – это коммерческая тайна. Да что ж такое? Я ребенка своего должен отдать под эту коммерческую тайну. Ребята, ну вы меня за кого держите?
Я же не совсем без мозгов. Я никогда не отдам, если это у вас коммерческая тайна. Что вы в него вставите? И самое главное, что есть такие активисты, которые хотят вакцинировать своих детей. И все. И вот возникают эти ситуации, я не знаю, мы как-то обсуждали, значит, папа еле-еле вырастил сынка до 18-летнего возраста без матери. Значит, ему тяжело было, трудно, понятно, без женщины. Очень боялся за его жизнь, заставил его вакцинироваться. Он помер, папа повесился. Что же мы творим? У нас же сколько таких ситуаций трагических. И все эти трагические ситуации надо спрятать, надо не показать никому и так далее. Ну, вы знаете, да, мне кажется, все-таки эта эпоха называется эпоха всеобщей лжи. Джордж Оруэлл говорил, что в эпоху всеобщей лжи говорить правду – это преступление. Вот. И, да. И вот мы буквально это сейчас с вами наблюдаем, Александр Алексеевич. Действительно, общественность, так сказать, в том числе и профессиональная, и не только профессиональная, но достаточно грамотная, достаточно образованная. Она просто действительно требует, ребят, давайте откроем правду, давайте проведем исследование, давайте вынесем это на какой-то объективный экспертный суд, чтобы люди с именем, люди, которые дорожат своей честью, своим уважением к себе, достоинством, чтобы они действительно поставили свои подписи под соответствующими документами, которые в дальнейшем можно будет куда-то там предъявлять, как-то рассматривать, оспаривать, не оспаривать. Но ведь этого же опять нет. Нету этого. И до сих пор этого нет. Вопрос вы поставили очень жесткий, но, мне кажется, очень своевременный и правильный. Вы понимаете, вот они же в погоне за правдой, вот эти вот факт-чекеры и так далее, они же лгут непрерывно. Они изучают наши дипломы, аттестаты, ищут нас в Википедии почему-то, эти наши диссертации. Они не понимают вообще, где надо искать. Значит, что это ваковские вещи, они бывают закрыты. А почему вопросы здравоохранения могут быть закрытыми? Да потому и могут быть. Потому что у нас сейчас здравоохранение самые большие тайны, самые большие. Разница в генетической патологии между двумя районами в 7 раз. Вот и все. Вот и тайна. Наличие 48 реакторов в городе – это тайна. И где эти зоны? Это же вещи, которые публиковать категорически нельзя. И люди должны это понимать. И если мы давали расписку, мы никогда не скажем об этом. Потому что мы расписывались за это. Это был первый допуск. Вот и все. И поэтому Институт военной медицины на Ржевке, пожалуйста, пишите заявление. Там оставили один экземпляр моей диссертации. Смотрите. Я для чего об этом так долго говорю? Я хочу сказать, что если есть сомнения в нашей компетенции, в наших профессиональных каких-то возможностей, мне он там Дмитрий Киселев в свое время предлагал санитарам поработать в красной зоне. Типа, если ты ничего больше не можешь, давай туда дуй санитаром. Вот. То есть люди немножко попутали берега. Они не понимают, с кем они общаются, как. Но если нет доверия, скажем, мне, хотя вы знаете аудиторию нашу, которая к нам относится благожелательно, найдите, кому есть доверие. Но только не тем, кто стоит у раздачи и у кормушки. Дайте тем, кто сегодня зарекомендовал себя как честный человек, как приличный человек. И пусть они посмотрят, разберутся и так далее. Мы написали с Денисом Ивановым 3 статьи, пишем монографию, и на них идут ссылки сегодня. Люди ориентируются. Почему? А потому что мы не свое мнение публикуем. Мы взяли 175 работ, причем такого всемирного значения в серьезных журналах, проанализировали их и выдали эти результаты по осложнениям, по проблемам и так далее. Пожалуйста, критикуйте,
Потому что факт-чекеры, которые там соровские там, или еще какие-то, они придираются к каким-то оговоркам, к каким-то неточностям. Действительно, когда человек больше 150 роликов написал, ну где-то он может чего-то говориться. Ну, не без этого. Когда много говоришь, иногда какое-нибудь слово не туда попадет. Бывает такое. Но это же не как у Байдена сплошь и рядом. Но если одна, две, три оговорки были так за эти три года, так чего вы все время вокруг них крутитесь, ребята? Вы дайте оценку всему остальному тексту, который за это время прошел. Ну, чтобы вы сами-то дурачками не выглядели, которые придираются к опечатке там или еще к чему-то. Ну, кстати, насчет дурачков, вы понимаете, действительно сейчас какое-то время, когда все перекрыто. Нет никакой инстанции, которая бы, в том числе и гарант Конституции, которая бы могла вмешаться и встать на сторону правды. В такое время мы живем, в такое. Но мне кажется, оно не будет длиться бесконечно. Александр Алексеевич, сегодня мы подняли очень важный вопрос. Попробуем, послушаем наших зрителей и слушателей, что они думают по поводу такой вот действительно обоснованной, серьезной, авторитетной экспертизы. Вот. И будем двигаться дальше, наблюдая за ходом событий. Я от всей души вас благодарю. Перед нами выступал сегодня доктор медицинских наук, профессор Александр Алексеевич Редько, Санкт-Петербург. Всех вам благ, Александр Алексеевич, в вашей трудной, но очень важной и своевременной работе. И до новых встреч в эфирах. Всем тоже здоровья и успехов. Всего доброго. До свидания.